Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами проведем эксперимент, а точнее я вам расскажу, как разводят людей на деньги в Киеве. У меня есть небольшой бизнес, связанный с автомобилями, и на мою рекламу в интернете отреагировал некий мужчина, который нашел мой телефон в этой рекламе, связался со мной и предложил купить мне дизельное топливо по очень низкой цене, которая значительно отличается от цены на заправках города Киева. А точнее, стоимость он предлагает 16 гривен за литр, это если покупать 50 литров, а если покупать 100 литров, то даже 15 гривен. Алло, Николай? Да. Добрый день. Добрый день. Это Дмитрий, вы меня набирали по поводу соляры. Скажите, пожалуйста, алло, 16. По 16, вы говорили по 15 гривен будет. Если будут 100 литров и больше, будете платить. Я понял. Скажите, пожалуйста, где можно рассчитаться и вообще соляра нормального качества? Ну, конечно, белорусская, светлая, евро 5 плюс. Ага, я не в курсе. Скажите, где можно купить? И как вообще, как происходит это? Вы у вас в канистрах будет? Нет, я буду вас в пистолете каскавоночки заправлять. Просто вы приезжаете на заправочку. Mm-hmm. Смотрите, я сейчас не знаю, что я работаю по такой цене. Вы приехали на заправочку, набрали меня. Mm-hmm. Мы с вами, вы мне перед тем, как будете выезжать, будете говорить, сколько вам нужно. И уже едете ко мне. Подъехали, набрали, я за это время пока сделаю списание, разрыв закрываю в цене. Вот, понимаете, если с разрыв цене, да. И он не маленький, я его закрываю по бухгалтерии. Вот и все. Есть такая возможность. Вы приехали, оплатили данную заявочку, я получил на вас факс через главного бухгалтера, который находится во Львове, и все, уже иду на кассу с реальной ценой, реальный факс на вас лицаш. Вы уже все на кассе будете выбирать. Если хорошо, Николай, а куда ехать надо? Днепровская набережная, 8А. Это там в заправках, да? Да, около заправочка. Здесь все хорошо. А сегодня можно будет подъехать? Да, можно. Окей, все. Хорошо, наберете перед чем покупать. Да, решать. Спасибо. Угу, до свидания. До свидания. Конечно же, такая цена показалась мне привлекательной, и любой человек заинтересуется данным предложением. Мужчина аргументированно мне объяснил, что нужно сделать для того, чтобы приобрести у него его товар. Мужчина нас предупредил о том, что он работает только на одной заправке в Киеве. Эта заправка находится в районе Березняков на Днепровской набережной. Называется она Окко. Для того, чтобы купить у него товар, нужно приехать на саму эту заправку, набрав его предварительно за 10 минут. И как он пообещал, машина будет заправлена сразу на месте через пистолет, то есть бензин будет поступать в машину точно так же, как и всем остальным, тем, кто приобретает это обычным стандартным способом непосредственно в кассе заправки Окко.